Sənələri qoşub, internetə girib, biz yumoristik sənələrə baxmağa alışmışıqsa virtual olaraq, amma bugün biz canlı olaraq çox seçilən və sevilən bir heyətə malik olan bir qrupun 95 kvartalda, belə deyək, 95-ci kvartal adlı layihənin bir üzvünü bura dəvət eləmiş. Ümumiyyətlə, həmin kvartal Bakıda çox sevilir və onların tezliklə konserti olacaq və biz istəyirik həmin konsert barəsində ətraflı danışaq qonaqlarımızla birlikdə. Qonaqlarımız isə, hörmətli tamaşaçılar, təşkilatçı qurumun nümayəndəsi Şakir Əminbəyli. Səbanız xeyir olsun, Şakir Əminbəyli, xoş gəlmişsiniz. Və həmin söylədiyiniz o əfsanəvi, möhtəşəm və çox populyar olan Kvartal 95 studiyasının aktyoru Stepan Kazanin. Dobro pozhalovat, dobroye utro. Дякую, салам. Дякую, ты знаешь, что такое? Дякую, это украинский слово. Украинский, да? Да, дякую. Доброе утро, здравствуйте. Спасибо просто. Спасибо. Я тебе не за что. Кухаю, это уже я знаю. А тут уже посложнее. Это я знаю тоже. Шакир Бей, гелин сезон башлыяк. Çox sevindirici bir halda, həqiqətən də 95-ci kvartal və bu əksada doğurmuş. Ukraynada çox populyar, nəinki Ukraynada MDB məkanında populyar olan keçmiş ittifaqda sevilən qrup Bakıdadır. Və Bakıdakı konsert nələri vəd edir, nə vaxtı və gələn aktorların təəssüratları necədir? Bax, indi Bakıda gəzirlər. Əvvəla dəvətə görə çox sağ olun. O ki, qaldı kvartal 95-in Bakıda verəcəyi konserti və konsertin proqramında onun sözsüz ki, Stepan danışar sizə. Bəli. Biraz da sizi saxlayar. Çünki bu əslində bizim Heydər Əliyev adına sarayda göstəriləcək konsert yaxından bir həftə bundan əvvəl Kiyev şəhərində ən sonuncu konsertin davamı kimi. Davam demək ki, eynisidir. Və bu çıxışı Ukrayna tamaşaçılarından sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan tamaşaçıları görəcək. Çünki həmən çıxış orada nümayiş etdirilərindən sonra hələ efirə gedməyib. Çəkilib, amma efirə gedməyib. Yəni ki, bunu YouTube-dan və ya hər hansı bir sosial şəbəkdən izləmək mümkün deyil. Deyil. Ona görə də son proqram haqqında Stepan danışa bilər. Onu danışdırsa sən. Odur, gələ sözü verək Stepana. Насколько я знаю, господин Казанин, квартал 95 – это сочетание хорошего юмора и позитивного взгляда на жизнь, на актуальные проблемы, общечеловеческие и жизненные всякие ситуации. Нам интересно, да, мы бы сказали, там есть какая-то сатира, но интересно, мягко говоря, мягко говоря, я уже об этом молчу, но нам интересно, что ожидает бакинских зрителей, какова будет программа квартал 95. Шакир сказал, что новая программа у вас. Ну, безусловно. Знаете, мы говорим, что, зачем солить все это, если мы выдаем каждые там, два месяца новую программу. Естественно, материала масса, и тем более он актуальный. Каждый последний материал актуальный предыдущего, это элементарно. Но я думаю, что для бакинского зрителя в основном будет семейные номера, то, что больше понятно людям. Ну, кто-то может и следит за политикой, но прям... У вас, я уверен, и своей хватает политики, чтобы еще следить за украинской. Но такие фамилии, как президент Зеленский, знают, наверное, уже во всем мире. Можем подколоть его пару раз. Основатель ваш. То есть судей. Вы не обижаете, если вы будете сесть на это? Мы первые об этом узнали. Если да, он обидится, то да. Нет, все в порядке. Человек с чувством юмора, он основатель, он художественный руководитель, продюсер. В прошлом капитан команды КВН, 95-й квартал. Сейчас... Кстати, он заявил, что он вернется в команду после того, что как закончится срок его президентского полномочия. Да, как вам без него? Комфортно или вы с нетерпением его ждете в команде? Ну, конечно, ждем. Когда столько лет вместе работаешь, приносишь смех и радость людям, вы скучаете, частичку теряешь своего коллектива. Конечно, скучаем, но это громкое заявление. Я знаю господина Зеленского не понаслышке, не один год. Если ему понравится, мягко говоря, вот, и все пойдет как надо, то не скоро он вернется. Прийти в команду или параллельно? Скорее всего, мы пойдем. Вы пойдете в его команду. Да, да, мы будем в его команде. Ну что же будут делать зрители без вас, там, думаю. Это да. Тогда должны быть где-то ваши... Там будет власть юмористов. Власть юмористов. Или придут наши дети. Да по-разному, я пока не знаю, сложно предположить. Но мы надеемся, что все-таки он к нам вернется, а не мы туда. Желаем вам удачи, мы хотели перевести для бакинских зрителей. Yəni, Kvartal 95 studiyasının göstərişində, belə deyək, şousunda Bakı tamaşaçılarını çox maraqlı və yeni. Çünki nəyə görə yeni əsli tamaşaçılar? Yəni, qəspədin Kazanində söylədiyi kimi, qonağımızın hər iki aydan bir onlar yeni bir şou hazırlayırlar. Ona görə də köhnə bir şou göstərmək fikrində deyirlər. Yeni bir şou olacaq və daha çox burada
ailə məsələlərinə üstünlük verəcək. Məişət mövzuları olacaq. Zelenskinin səbirsizliyi də gözləyirlər öz komandalarında və yaxud öz yeri onun komandasında olmağa çalışmaq. Когда будет, кстати, концерт? 24-го. То есть 2 дня осталось. Да. Да что там надо долго ходить? О, вот. Неужели вы тримаете? Спасибо, да, у нас есть пригласительные. Я себя поздравляю. Все написано, спасибо. Да, все. Отлично, отлично. Мы вам очень благодарны, с удовольствием будем участвовать. Всегда смотрели по YouTube, а теперь будем... Теперь вот, вживую. Да. Это пришла. Впервые, да, в Баку получается? Да, в Баку впервые. Был у нас фестиваль в Габале. Но это, мягко говоря, для своих. Туда привезли людей из Украины и вывезли обратно. Ну, из местных, если кто-то смог. Кстати, Кравец будет? Конечно. А, я обожаю ее. Она, во-первых, очень красивая женщина, очень профессиональная актриса. А сейчас еще и танцорша. Сейчас у нас шоу проходит, танцы со звездами. И она там участвует. Я очень люблю эту передачу. Я с детства смотрела. Идет плотно. И, ну, тфу-тфу-тфу, пока... Ну, уже не первый эфир, но, наверное... Слушай, в прямом эфире делать селфи с Сергеем Казаниным, да? Это будет, мне кажется, самый запоминающийся момент. Давайте. Нашей давайте карьере. С ним. Вот, смотрим? Ага. Советы тоже. Ну, ладно, есть шанс еще в эфире. Два, три. Время концерта. Желаем удачи, мы вам очень благодарны. Надеемся, спасибо, что будете чаще приезжать к нам. Ну, не я... только к нам в Баку, и в наши другие города, регионы. Ну, то есть, мы уже начали с регионов, так что... Начнем с Баку. Да. Да. Ребята, удачи. Спасибо огромное. Спасибо, что позвали. Мы всегда наблюдаем за вашим творчеством, и сейчас мы очень рады, что вы в Баку. Да. Приходите на концерт. Чоксалам, Шакир Мәлим, Угурлар Асагри, Минайтар.